Не меньше 5000 первокурсников в следующем сентябре. В манеже СГАУ прошло первое знаковое мероприятие Объединенного Самарского университета «День открытых дверей». О возможностях нового вуза узнала и Мария Шпакова. Анжелика Бутова заканчивает 11 класс, готовится к поступлению. Говорит, до дня открытых дверей Объединенного университета еще сомневалась в выборе и специальности, и вуза. Теперь знает точно, куда поступит и кем станет. Ну вот мне сейчас разрекламировали химический факультет, мне очень понравилось. Хочу прям налегать на химию теперь по-страшному, чтобы хорошо сдать экзамены. День открытых дверей – первое мероприятие Объединенного вуза. Мы организовали участие всех факультетов, всех деканов, всех деканатов, всех институтов. Здесь сделано для того, чтобы дать понять всем абитуриентам города, и не только города, что вузы уже объединились, и мы готовы дальше работать в объединенном состоянии. Узнавали абитуриенты о работе вуза из первых уст, от тех, кто на пару лет старше. Студенты не только на словах рассказывали о своих факультетах, но и показывали достижения. Абитуриенты спрашивают, а как же это все сделать, а как же это лучше, а как сделать то, как сделать все, а что нам нужно, чтобы мы пришли к вам и делали такие же аппараты. И мы говорим им, вы просто поступаете в наш университет, и у вас открывается куча возможностей. В сентябре следующего года Объединенный Самарский университет планирует набрать больше 5000 первокурсников. Для тех, кто еще не определился, кем стать, на дне открытых дверей работал профориентационный пункт. Для тех, кто был далеко от манежа, мероприятие транслировалось в режиме онлайн. Помимо этого, раз в полчаса творческие номера студентов, конкурсы и флешмобы. В зале манежа 16 площадок. Это общая презентация Объединенного университета. Затем в течение месяца абитуриентов ждут дни открытых дверей на каждом факультете. Мария Шпакова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.